Младший лейтенант Максим Барков не видел свою новорожденную дочку полгода. Девочка родилась в апреле, а в июне он в составе сводного отряда МВД уехал в Дагестан. Пока инспектор ППС Барков охранял покой граждан в республике, семья ждала его дома и надеялась на лучшее. Теперь семья Барковых снова вместе. Никуда от этого не денешься, потому что все-таки мы, как бы он выбрал у меня защищать свою родину, а как говорится, на службе бывают разные ситуации, поэтому командировки – это естественный процесс для сотрудника МВД. Поддерживать общественный порядок в Дагестане в июне отправились несколько десятков самарцев. Сводный отряд МВД состоял из сотрудников ГИБДД, ППС и ЭВС. Блокпост полицейских находился в поселке Новый Хушет, между Каспийском и Махачкалой. Обошлось без происшествий. Я считаю, поставлена задачу главком нашего. Мы выполнили. Задача была охрана общественного порядка, общественной безопасности граждан, а также еще проведение контртеррористических мероприятий на территории Республики Дагестан. Вот ребята хорошие, достойные. Теперь, когда полицейские вернулись из Дагестана, их ждет заслуженный отпуск. И потому Новый год они встретят не на посту, а в кругу близких людей. Сергей Ромашов, Константин Головин. События.